место на пьедестале, и не просто на место, ну, то есть они уже получили место на пьедестале, сейчас они претендуют, ну, минимум на второе место. Хотя понятно, что тут речь идет о первом. С трудом верится, что Мариса Костелли и Саймон Шнеппер сейчас перекатают Кирстен и Дилана. Это, если вы не догадались, по цветам «Аватар». Thank you.
Американцы Мариса Костелли и Саймон Шнеппер. Попробовали вот так вот с наскока выполнить в своей произвольной программе выброс тройной аксель. Или еще Кауфман, слышал, его называют. И не получилось у них это. Вообще-то выбросу тройной аксель довольно-таки долго готовятся обычно пары. Здесь у них один элемент и другой разделял. Не так уж и такой уж и большой промежуток временной. Сейчас мы посмотрим, поставят ли им докрученный элемент. Как там она приземлилась на этот сумасшедший аксель. Вообще не так много людей, которые выполняют в парном катании выброс аксель 3,5 оборота. Это их подкрутка, кстати, очень неплохо. На поддержку затем она легко взлетела. Затем они посрывали прыжки. На Сальхове она коснулась рукой, он сорвал выезд. Затем они сорвали тулупа. Ну-ка, да, чисто приземлилась. В том смысле, что она ход назад. Красивая поддержка была. И не это одна. Это даже не столько красивая, сколько, по идее, необычная и сложная. Необычная, наверное, уже не то слово. Была одна красивая еще. Выброс Сальхов чисто прошел. А еще смешно, партнерша в образе девушки из «Аватара» так схватилась за горло, что я подумал, будто она действительно задыхается. Вы заметили? Возле судьи она приезжала в этот момент. А что, она, по-моему, второе место не занимает, по-моему, нет? Нет, все-таки третье. Чуть-чуть не хватило. 159-85. Не хватило каких-то жалких 2 баллов, чтобы залезть на пьедестал. Ну, их еще и под Меган Дюхейл и Эрик Редфордом.